Глава 11. Прикосновение. Лишь въехав в город, Павел почувствовал себя нормально и смог вздохнуть свободно. Он влился в утренний, начинающий густеть поток автомобилей и набрал номер Веры. «Паша?» Сонным голосом отозвались в трубке. Павел посмотрел на часы. 6:30 утра. «Привет», — он глупо хмыкнул. «Извини, что так рано. Ты говорила, что с тобой на связь выходили по поводу прокаженного этого из дома с ведьмой». «Да, а что?» «Мне о нем нужна информация». «В ноутбуке». «Долго включать?» «Нет, минуту. Что-нибудь случилось? У тебя голос странный». «Ничего не случилось. Все в порядке. Я плохо спал просто». «Ты включила?» «Да». Бездомного, умершего в тот же день, когда Павел и Вера наткнулись на него в проклятом доме, так и не опознали. Обычно невостребованные тела держат в морге неделю в ожидании родственников. Если никто не объявляется, администрация делает запрос на захоронение в специальном секторе на кладбище в общей могиле. Тело может пролежать неделю, а может и месяц. Никто не станет хоронить одного бездомного. Нужно дождаться, пока заберется определенное количество тел. А это уже напрямую зависит от количества свободных мест в морге. Эту информацию его снабдила Вера, пока искала письмо из больницы. Павел поблагодарил ее и бросил телефон на соседнее сиденье. Что, собственно, он хотел увидеть в морге? Для чего ему это нужно? Он и сам не был уверен. Он просто время от времени смотрел на пятно на руке и давил на педаль газа. След на руке сначала посинел, затем стал зеленым, как недельная гематома, но теперь больше походил на химический ожог, напоминая бензин, вылитый в воду в солнечный день. Это страшно пугало его. А что если... Нет. Он отбросил эту мысль в сторону. Прежде чем делать выводы, он должен убедиться, увидеть собственными глазами. Он заехал в безлюдный переулок и переоделся. Нога все еще немного болела, но не это сейчас беспокоило сыщика. Павел поморщился, натягивая джинсы. Он снял пиджак, рубашку и едва не закричал, повергнутый в шок. Пятно на руке стремительно росло. Оно уже съело все предплечье и ползло дальше к плечу. Сыщик прикоснулся к нему и стиснул зубы от боли. «Вот черт!» Он достал из аптечки спирт и зубами вырвал пластмассовую пробку. Из горлышка пахнуло резким запахом, от которого Павла едва не вырвало. Он приготовился к жуткой боли, стиснул зубы и щедро полил пятно жидкостью. Ничего не произошло. Он почувствовал, как теплая жидкость полилась по предплечью на ладонь, но боли не последовало. Павел посмотрел на рану. Кожа стала прозрачной, являя свету жилы, вены, мышцы и кровь. Он присмотрелся и увидел, как что-то внутри шевельнулось. Воображение живо нарисовало беднягу больного из ведьминого дома и его раны, заполненные червями. Он забрался в машину. К черту этот морг! Сначала в больницу! Пока еще не поздно, пока есть шанс выбраться из этой ситуации с минимальными потерями. Нужно его использовать. К горлу подкатил противный ком. Сыщик завел двигатель и выехал на улицу. Панический ужас съедал остатки разума. Его привел в себя сигнал агрессивного водителя. Павел понял, что стоит на зеленой. Он воткнул скорость и с визгом сорвался с места. Сейчас только драки на дороге не хватало. Рука онемела окончательно. Павел с трудом сгибал пальцы. В голове пульсировала только одна мысль. Лишь бы не отрезали. «Что это?» Он вспоминал названия экзотических болезней, но даже не будучи доктором, понимал, что ни одна из тех, которые он знал, не подходила. Ему представилась фантасмагорическая и даже нелепая картина. Доктор говорит, что нужно кое с кем посоветоваться, а сам незаметно жмет тревожную кнопку, находящуюся под столом, после чего в кабинет врываются санитары в противогазах и закрывают Павла на карантин. Живо представилось лицо хорошенькой медсестры, охающей от ужаса. После этого фантазия совсем разыгралась. Павел уже не видел дороги и, наверное, представлял опасность для окружающих. Впрочем, он не понимал этого. Перед мысленным взором стояло лицо Веры. Она говорит, что нашла другую работу. Женя боится подходить к Павлу, якобы не хочет заразиться. На самом деле ее мамаша Лена все-таки настроила дочь против. Представилось лицо Лукьянова, который требует вернуть потраченные деньги.
И, конечно, лицо ведьмы из жуткого кошмара. Старушечьи черты растворяются и наливаются румянцем. Седые волосы почернели и теперь лоснятся в солнечном свете. Ее обвисшие груди наполняются и не висят больше. А морщинистый дряблый зад округляется до тех пор, пока не принимает идеальной формы. Теперь она самая красивая в мире женщина. Она, Наташа, это лучшее, что могло бы с ним произойти. Плевать на все, даже на Женю. И пусть Вера валит ко всем чертям. Она ведь оставалась из-за жалости к нему. Ему не нужны подачки. Вера смеется, указывая на культю. «Черт, как болит!» Придя в себя на секунду, сказал сыщик вслух, чтобы отвлечься от бредовых мыслей. Похоже, у него была горячка. Его поочередно то знобило, то бросало в жар. Лоб покрылся испариной. Навигатор привел его в морг. Павел забыл задать новый адрес. К счастью, морг находился при больнице. В четырехэтажном панельном здании с большими окнами, защищенными железными решетками. Павел с хрустом вжал педаль стояночного тормоза в пол и резким движением вырвал ключ из замка зажигания. Шея и грудь зудели. Павел оттянул воротник рубашки и ужаснулся. Вся грудь покрылась красными пятнами. Они разрастались на глазах, занимая все больше и больше территории кожного покрова. Сыщик посмотрел на свое отражение в зеркале заднего вида. Слава богу, лицо зараза пока не тронуло. Он вышел из машины и похромал ко входу. Нужно позвонить Вере и спросить, не подцепила ли она что-нибудь. Вполне вероятно. Мозг судорожно схватился за эту мысль. Если он подцепил болячку того бездомного, то и Вера могла. Если это так, то всякая мистическая версия исключается. Ведьму во сне он увидел под впечатлением от пережитого. Ну а резкая боль из зараженного места способствовала подсознанию найти всему объяснение, хоть и мистическое. Ну да, приступ боли, мозг посылает сигнал разуму в отключке. Мгновенная картинка перед глазами объясняет боль. «А если бы, — продолжил мысль Павел, — я заразился вчера, то эпицентром заразы стала бы рана на ноге, ведь руками он ничего не трогал». Зуд на животе и пояснице сводил его с ума. Ремень больно давил при ходьбе. Каждый шаг заставлял Павла стискивать зубы от боли. Пальцы больной руки стали черными. Сердце бешено колотилось. Павел заскулил, как раненый пес, похоже на гангрену. Он расстегнул рубашку на животе, где чесалось особенно сильно. Пальцы нащупали что-то скользкое. Павел подумал, что содрал кожу под пупком, но, глянув вниз, пришел к выводу, что кожа отошла на пальцах. Он совсем не чувствовал боли в них. Казалось, что она сконцентрировалась теперь на животе и спине. И тут до него дошло, что он умрет через несколько минут. Может, через час или два. Грудь сжимали чувства страха и обиды. Как же так? Почему он? Да еще так ужасно. Глупо. Он подошел к регистратуре. Женщина, сидевшая в кабинке, разговаривала по телефону и на знаки Павла внимания так и не обратила. Сыщик с силой ударил по стеклу кулаком. Она, наконец, оторвалась от разговора, прикрыла микрофон ладонью и зашипела. «По голове себе стукни!» «Я сейчас тебе в голову дам!» – прорычал Павел в ответ. «Ты не видишь, что ли, что со мной?» «Я что, на экстрасенса похожа?» Павел показал почерневшую руку. Женщина долго смотрела на нее, не выказывая никаких эмоций. Затем ткнула пальцем в сторону травматологии. «Идите туда, если что-то срочное». Она, наверное, подумала, что у него перелом, решил Павел. Ему было уже плевать. Главное, чтобы его кто-нибудь принял. Терять драгоценные минуты на спор ему не хотелось. Но пришлось. Его никак не хотели пропустить без очереди, даже после того, как он показал свою ставшую черной, как уголь, ладонь. Наконец, звуки разразившегося скандала достигли ушей врача. Павел орал на истеричную особу с порезом на большом пальце, когда его плеча коснулся доктор. «Гражданин, что случилось?» «У меня срочно. Я объяснял на входе, что у меня очень срочно. Она меня сюда послала. Но зато это...» Он указал на особу с порезом. «Она... у нее важнее». «И сижу здесь уже 2,5 часа». Павел искренне надеялся на то, что женщина сорвала связки невообразимым воплем. Остальные участники ссоры, которые до этого худо-бедно подливали масло в огонь, расступились, оставив борьбу за справедливость на 2 самых громких склочников и их появившегося судью. Доктор правильно оценил ситуацию и завел Павла в кабинет под крики разъяренной женщины. Мужчина уселся в кресло, посмотрел в монитор
и спросил. «Застрахован?» «Да». «Доктор, давайте формальности потом. Со мной происходит что-то ужасное». Доктор это был здоровенный по 2 метра мужчина с брутальным лицом и огромными кулачищами. Окинул пациента уставшим взором. «Ну что там у вас?» Павел показал руку, но врач, казалось, ничего не заметил и лишь нахмурился. Сыщик решил показать полностью все тело и, вскочив, принялся расстегивать пуговицы рубашки. «И что? Подойдите поближе к окну. Я ничего не вижу». «Как?» Павел хотел уже возмутиться, но вдруг увидел, что его рука совершенно нормального цвета. Он посмотрел на живот, и там ничего. К лицу прилила кровь. Павел растерянно огляделся. «Что же это?» «Понятно», — заключил доктор. «Что принимал?» «Я ничего не...» «Друг, ты мне не рассказывай. Я вас, братьев Гримм, каждый день по 10 штук вижу». «Я не знаю, что... Я частный сыщик. Сейчас покажу». Павел еще раз посмотрел на руку и, убедившись, что все в порядке, полез в карман за документами. «Слушай, Мигре, давай иди отсюда, пока я полицию не вызвал. И прекращай жрать эту дрянь. Она до хорошего не доведет. Останешься в этом состоянии и будешь потом воробьям дули крутить». «Но я...» Павел вдруг понял всю бессмысленность своих попыток объяснить происходящее и замолчал. Внимание его вдруг привлекло родимое пятно на руке, которого раньше не было. «Что за...» Продолжать он не решился. Показал пятно доктору, но тот даже бровью не повел. «Давай иди, а то и правда полицию вызову». Женщина с порезом зверем смотрела на Павла, готовая к прыжку. Стоило ему только что-то сказать. Павел прошел мимо, опустив голову. Жуткая усталость застлала глаза. Дикое напряжение последнего часа выжило из него все соки. Что бы это ни было, галлюцинации или что-то еще, они заставили сыщика задуматься о чистоте рассудка. Немного придя в себя, он решил все-таки посмотреть на труп бездомного, привезенного ими несколько дней назад. Метка на руке, обнаруженная им в кабинете врача, имела слишком уж правильную форму. 3 запятые, повернутые головками друг к другу, образовывали некий знак. Он хорошо помнил по фильмам эту закорючку. 3 шестерки – знак зверя. Однако показывать эту метку кому-либо не решался. А что, если он и вправду сходит с ума? Не хватало еще, чтобы его закрыли в психушке. Какое-то время он сидел в полной прострации за рулем автомобиля, уставившись в одну точку, не видя ничего вокруг себя. 3 шестерки. Неужели он действительно столкнулся с чем-то сверхъестественным? Как проверить? Если жуткая гангрена – плод воспаленного воображения, то почему не отнести к нему чертову метку? Доктор ведь не заметил ее. Но он и не проводил ночь в проклятом месте. Этот бездомный провел и не одну. Нужно осмотреть его тело на предмет подобных знаков. Если следовать логике фильмов ужасов, то на теле покойника должна быть такая же. Дурацкая логика, глупая, оборвал себя сыщик. Подобные опыты ничего не объяснят. Если он действительно свихнулся, то увидит закорючку и на руке покойника. И это совершенно ничего не докажет. Она может также существовать лишь в его воображении. Нужно что-нибудь более существенное. Телефон. Павел достал из кармана мобильный и включил камеру. Закатив рукав, сфотографировал руку. Черт, знак был прекрасно виден на снимке. Он выругался и сделал еще одну. Тот же результат. Поделиться. Большой палец застыл над кнопкой «Отправить». «Назад пути не будет», — подумал он. Нет, это единственный выход. Он нажал на кнопку. Вопросительные знаки. Ответ Веры. Он набрал ее номер. Вера сняла трубку мгновенно. «Привет», — Павел с трудом выговаривал слова. «И я, походу, схожу с ума». «Привет. Что случилось?» «Ты мне скажи. У меня галлюцинации. Я сейчас в больнице. Это долгая история. Расскажу потом. Скажи, ты видишь что-нибудь необычное на фотографии?» «Сейчас». Она замолчала на какое-то время. «А должна? Что это? Что ты там видишь?» «Никакого родимого пятна?» «Нет». «Вот черт!» «Да что случилось?» Павел не стал объяснять и сбросил звонок. Тут же пришло сообщение от Веры. Вопросительный знак и возмущенный смайлик.
Он быстро написал, что объяснит все позже, и сунул телефон в карман. Он вышел из машины и пошел к моргу. Лестница, ведущая в подвал больницы, где располагался морг, находилась сбоку. Павел спустился и нажал на кнопку звонка. Сердце все еще шумно пульсировало. Сыщику казалось, что он посидел за последние несколько часов. Запускать его внутрь здания сначала не хотели. Сыщика встретил мужчина в бирюзовой униформе. Павлу пришлось долго объяснять, что он частный детектив, и явился в морг по делу. Он показал свое удостоверение и лицензию, и лишь потом мужчина удалился и вернулся в сопровождении главного патологоанатома. «Чем я могу вам помочь?» – строго спросил мужчина. «Здравствуйте». Павел вкратце объяснил, кто он и что ему нужно, опустив, разумеется, несколько несущественных деталей. Суть сводилась к тому, что сыщику нужно было срочно взглянуть на тело покойного или, если иначе никак уже нельзя, хотя бы глянуть краем глаза на акты. «Имя?» «Я не знаю имени». «Вы ведь сказали, что он важный свидетель», — нахмурился патологоанатом. «Там все сложно. Он проживал в заброшенном доме. Когда мы узнали о нем, он уже был смертельно болен. Мы привезли его в больницу». «Дата смерти?» Павел назвал дату, деревню, из которой привезли тело, и вкратце описал внешность. «Вообще-то мы не можем вот так каждому показывать тела и наши дела», — строго произнес врач. «Я посмотрю, что могу для вас сделать. Пройдемте». Они прошли вглубь здания и остановились у двери в кабинет. Когда они оказались внутри, Павел вдруг почувствовал давление стен без окон. Странно, раньше он не замечал за собой подобных фобий. Раньше он и не встречался с ведьмами. Патологоанатом предложил сыщику стул и сел за компьютер. «Исключено», — через какое-то время сказал он. «У больного целый список инфекционных заболеваний. Он в мешке, а мешок в холодильнике. Раскрывать его тело без ордера я не позволю. Если хотите, вот тут есть фотографии. Никаких татуировок, кроме одной армейской, нет. Тело будет еще некоторое время храниться на случай, если объявятся родственники. Если же нет, то его кремируют. Чем раньше, тем лучше». «Не факт, что там татуировка», — сказал Павел. «Может быть, клеймо, ожог, не знаю. Что-нибудь необычное». «Садитесь за компьютер. Посмотрите. Тут подробно все описано. Больше ничем помочь не могу». Павел уже не слушал его. Он смотрел на свою руку, девственно чистую, без всяких знаков и меток. «Только давайте быстрее, у нас тут не шарашка какая-то». «Да, конечно», – растерянно сказал Павел и встал со стула. «Ничего странного, если, конечно, не принимать в оборот, что больной умер от целого вороха самых опасных венерических инфекционных и иммунных заболеваний». Даже бывалый патологоанатом выразил крайнее удивление. «Я никогда не видел, чтобы такие букеты развивались до подобных стадий. Каждая болезнь в отдельности может быть, но вот все сразу. Тело боролось до конца. Умер ведь он в итоге не от болезни, а от своего сумасшествия». «Что? Почему вы так считаете?» «Он оторвал себе половой член и умер от болевого шока». «О, Господи! Как так получилось?» «Он мастурбировал. А гениталии его уже настолько прогнили, что не выдержали». Павел покидал морг совершенно обессиленный. Все, чего ему сейчас хотелось, это выспаться. Но впереди его ждало еще одно дело. Он проверил почту. Вера уже потрудилась выслать цифровые копии протоколов по убийству Оксаны Вричук. Глава 12. Тело. Часть 3. Поселок Зеленые Топи. 23 августа 1985 год. Протокол осмотра места происшествия. Убийство Оксаны Варейчук на лесополосе вблизи поселка Зеленые Топи Кокоринского района Петродарской области. Осмотр начат 13 часов 00 минут. Осмотр закончен 15 часов 15 минут. Следователь СО города Петродара, лейтенант юстиции Алешин ВВ, при естественном освещении в присутствии эксперта-криминалиста Фоменко АР, ОУ, ОУР, Коробкина СИ, в присутствии понятых Степанова ИР адрес, Антонова ВА адрес. С соблюдением требований произвел осмотр места происшествия, о чем составил настоящий протокол.
Перед началом осмотра перечисленным лицам разъяснено их право присутствовать при всех действиях, проводимых в процессе осмотра, делать заявления, подлежащие занесению в протокол. Понятым, кроме того, в соответствии надлежащей статьи разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты осмотра места происшествия. Подписи понятых. Специалисту Фоменко А.Р., кроме того, разъяснены его обязанности, предусмотренные соответствующей статьей, и он предупрежден об ответственности за отказ или уклонение от выполнения обязанностей специалиста. Подпись специалиста. Осмотром установлено. Местом осмотра является небольшая поляна размером около 130 квадратных метров на лесополосе вблизи поселка Зеленые Топи. Форма поляны овальная. С трех сторон поляна объята густым лиственным лесом. Поляна расположена в 4 километрах на юго-восток от вышеуказанного поселка, рядом с трассой номер 78, ведущей в город Петродар. В 50 метрах от места происшествия обнаружены следы протектора легкового автомобиля. К поляне ведет тропинка, протоптанная, предположительно, грибниками и отдыхающими. В центре поляны, в земле бороздой на 3 сантиметра, в глубину, прочерчен знак, предположительно, религиозного характера. Знак представляет собой круг и правильную пятиконечную звезду, касающуюся своими концами периметра круга внутри. Один из концов звезды указывает точно на север. По концам звезды расположены наполовину сгоревшие свечи из черного воска. Оплавленный воск со свеч тут же. Трава на поляне притоптана, предположительно, несколькими лицами. В 150 сантиметрах к югу от круга лежит женская одежда. Синие женские брюки, вязаная коричневая кофта, белая майка, черные кожаные ботинки, черные носки, черный бюстгальтер, черные трусы. В кармане брюк обнаружен паспорт на имя Варийчук Оксаны Алексеевны. В центре круга, лицом вверх, лежит труп женщины, предположительно 18-20 лет. Труп обнаженный. Ее голова расположена на север по центру одного из концов звезды. Руки и ноги расставлены по центру остальных концов звезды. Руки лежат ладонями вверх, раскрыты. Глаза раскрыты. На левой скуле женщины кровоподтек. Горло перерезано у самого основания. Рана идет от левой ключицы под уклон вверх к подбородку. Количество крови под горлом незначительное. Грудь, живот и бедра залиты кровью. Значительная часть крови скоплена под тазом женщины в основании звезды. Лужи образуют ровный правильный круг. Под кровью нет травы. По краям ямы, в которую сливалась кровь, четко видны свежие следы копки. В 20 сантиметрах от правой руки трупа обнаружен нож с обернутой тряпичным материалом рукояткой. Нож имеет широкое обоюдоострое лезвие с желобом посередине. На рукоятке и лезвии четко видны следы крови. Опаление алюминиевым порошком лезвия ножа не принесло никаких результатов. В процессе осмотра специалистом-экспертом-криминалистом Фоменко А.Р. производились съемки фотоаппаратом «Зенит ЕМ» общего вида осматриваемого места с миллиметровой линейкой. Всего использовано 24 кадра пленки. С места происшествия изъяты. «С места происшествия изъяты». Прочитав уже почти весь протокол, Павел понял, что произносит слова вслух. Он сидел в машине с заведенным мотором уже полтора часа и изучал протоколы следствия. Дорога на Петродар не заняла много времени, от силы час небольшим, зато высосала последние силы. Глаза сыщика слипались от усталости, и все же он наслаждался спокойствием, ненарушаемым вот уже несколько часов. После инцидента в больнице его как будто отпустило, иначе не скажешь. Ему казалось, что все произошедшее ночью произошло с кем-то другим. Где-то в глубине души он понимал, что рано расслабляться, но не прислушивался к звоночкам изнутри, хотел отдохнуть. А ясные мысли в голове были лучшим в мире отдыхом. «Странно, что замечаешь это только после таких вот концертов в голове», — подумал сыщик. Кондиционер, который он все-таки удосужился заправить на автосервисе, старательно обдувал его лицо и шею. На улице стояла аномальная жара. На соседнем сиденье лежали 4 пустых пластиковых стакана из-под кофе. Он припарковал машину возле небольшой забегаловки, куда время от времени бегал то за кофе, то в туалет.
Павел мог бы посидеть в помещении, но там даже чертовы мухи падали мертвыми от невыносимой духоты. Из динамиков тихо доносился приятный голос заграничной певички. «Девушка стояла, пока ей перерезали горло», — подумал Павел. Он еще раз посмотрел на фотографию с трупом. «Это она», — проговорил он. «Не бывает настолько одинаковых двойников». «Нужно узнать подробности рождения этой Оксаны. Может быть, родились близняшки? А если так, то зачем их разлучили? Ошибка? Никто не признает такого. Специально тем более». Павел достал телефон и набрал номер Веры. «Привет». Он натянуто улыбнулся своему отражению в зеркале. «Ты извини за сегодняшний концерт. Ты просто не представляешь, какая у меня была ночь». «Расскажешь?» — обиделась, по голосу слышно. «Нет времени. Помоги мне, пожалуйста». «Ты не охренел там? Что случилось?» Вера старалась не повышать голоса, но Павел сразу понял, что она себя сдерживает. «Присылаешь черти что, потом говоришь, что в больницу попал. Ты вообще видел, сколько раз я тебе звонила?» «Я ведь сказал, что потом все объясню». В голосе Павла появились металлические нотки. «Что ты мне истерику устраиваешь? Мне сейчас отчитываться придется каждый час. Все хорошо. Я просто по уши занят. Мы ведь хотим распутать это дело». Последние слова он произнес примиряющимся голосом. Он тоже хорош. Веру можно понять с ее беспокойствами. «Извини», — тихо сказала она. «Что там у тебя?» 20 августа 1967 года. Плюс-минус 5 дней. Город Петродар. Роддом. Сколько близнецов девочек родилось в этот день? Узнаешь? «Попробую. Нужно время, сам понимаешь». «Понимаю. Ты чем занимаешься?» — мягким голосом спросил он. «Ищу связующие нити между делами». «Есть успехи?» «Ничего такого, чего бы ты не знал еще». «Звони, если что». Дело по убийству Варичук Оксаны не отличалось толщиной. Павел, прилиставший за свою жизнь не одну сотню таких дел, удивился. Неужели спустили на тормозах? Протокол с места происшествия, медицинское заключение, протоколы допросов. Павел ознакомился по диагонали с делом за каких-то 1,5 часа. «Кто ты такая?» – спросил он, переводя взгляд со снимка Оксаны на фото Наташи. Он закинул в рот 3 подушечки жевательной резинки и воткнул передачу. Стены прокуратуры плавились от духоты. Человек на входе выдал Павлу пропуск, подписанный прокурором Алешиным, и объяснил, где находится нужный ему кабинет. Сыщик поднялся по лестнице на 4-й этаж. Найдя кабинет с нужной табличкой, тихо постучал. Изнутри послышалось покашливание, затем грубый мужской голос ответил. «Войдите». Павел открыл дверь и сунул голову в образовывающуюся щель. «Добрый день. Меня зовут Павел Ковалев. Мы разговаривали сегодня по телефону». «Заходите, не впускайте жару». Хозяин кабинета встал из-за стола. В кабинете исправно работал кондиционер. Сыщик осмотрелся. Он оказался в просторной комнате. Из мебели тут стояли огромный шкаф с профессиональной литературой и делами, огромный же рабочий стол, несколько кресел, диван и сейф. На стене за столом висел герб и фотография президента. Полутемные тона приятно расслабляли глаз. Павел почувствовал слабость в бедрах и дикую жажду. «Здравствуйте». Алешин протянул руку. «У меня не так уж много времени, поэтому давайте сразу приступим к делу. Присаживайтесь». Прокурор указал на кожаное кресло у стола. Хозяин кабинета не выглядел на свой возраст. Если он выезжал 33 года назад на место происшествия, то ему сейчас как минимум 53 года. Хотя, скорее всего, больше. Это был крепко сложенный мужчина, приятной наружности, с черными, как уголь, волосами, причесанными набок. Форма была ему к лицу. Морщины нисколько не портили внешность, а скорее придавали мужество. Жил бы он в Голливуде, то непременно снялся бы в одном из эпизодов о Джеймсе Бонде. «Во-первых, спасибо». Павел скорчил самую дружелюбную улыбку, на которую только был способен. «Я не ожидал, что вы согласитесь со мной встретиться. Дело, которым я занимаюсь, неожиданно пересеклось с одним из ваших старых дел. Наверное, одно из ваших первых». «Это оно», — Алешин указал на стопку бумаг в руках Павла. «Да, вот, посмотрите».
Павел протянул протокол осмотра. «Я понимаю, что прошло очень много времени, но...» Он прокашлялся. «Возможно, мой вопрос покажется вам странным, но у нас кое-что появилось по этому делу». Алешин пробежался по протоколу, нахмурив брови. «Помню это дело». «Да». «Действительно, очень давно было». «А почему оно вам запомнилось?» «Первый выезд по убийству. Я еще совсем сопливый был. Что там у вас?» Не отрываясь от записи, спросил он. Павел протянул прокурору фотографию Наташи, сделанную в 89-м году. «Эта фотография была сделана через 4 года после смерти Оксаны Варичук», — сказал он. Брови Алешина потянулись друг к другу. Он долгое время смотрел то на протокол, то на снимок и в конце концов сказал. «Исключено. Это не она». «Как вы на нас вышли?» «Да совершенно случайно», — Павел глупо ухмыльнулся. «Наткнулся в расследовании на одного человечка. Он меня вывел на нее». «Вы когда-нибудь работали в органах?» «Было дело. Совсем недолго. В университете еще практику делал». «Юрист?» «Юрист», — подтвердил сыщик. «Тогда вы должны понимать, что тело осматривал специалист». «Разумеется, я бы и не пришел к вам, если бы меня не беспокоил еще один вопрос. Только давайте сначала задам свой главный, чтобы вы потом не отталкивались от услышанного». «Задавайте». Алешин откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «Чувствует себя хозяином положения», — подумал Павел. «Но ничего. Он приготовил ему несколько сюрпризов, которые точно поставят самоуверенного прокурора в тупик и сотрут с его лица эту презрительную ухмылку». «Вы уверены, что девушка была мертва? Какова вероятность, что произошла ошибка?» «Такова же, какова и вероятность у девушки с перерезанным горлом, которая потеряла как минимум 4 литра крови, через 4 года сняться в фильме». «Хорошо», — Павел натянуто улыбнулся. «Это Босых?» — спросил Алешин. «Это он вас надоумил?» Павел замер. «Интересно, Босых уже звонил ему? Что-то слабо верится в такое безошибочное попадание пальцем в небо. Или же майор и вправду успел тут всех достать в свое время?» «Босых», — согласился сыщик, приняв заданный прокурором насмешливый тон разговора. «Он? Вы знакомы?» «Знаком, знаком. Это чудо-юдо тут всем знакомо». «Как он на вас вышел?» «Никак, я на него вышел. Совершенно случайно. Он майором в архиве МВД служит. Я там кое-что искал, и вот». «Я вам одно могу сказать, молодой человек. Не слушайте его. Он тут всем уши прожужжал со своими догадками. Он ведь не в себе. Вы это заметили? Он не псих, конечно, но и недалеко ушел от этого диагноза». «У вас ведь были подозреваемые, да?» «Были. Я имена уже не помню, но точно были. У вас они, я думаю, где-то записаны». «Записаны?» «Они работали вместе с его отцом. У того крыша поехала. Он перед смертью вроде как исповедовался во всем Босых. Он вам, кстати, об этом говорил?» «Нет», — нахмурился Павел. «В деле ничего этого нет». «А нечего было заносить. История о магии, вуду или что там было. В общем, ахинея какая-то. Не зря он себе ружье в рот разрядил. Если не официально, то мы думали, да и сейчас я тоже так думаю, это он дочь зарезал. Точнее, был одним из них. Доказательств никаких, но все на это указывало. Его ведь с работы уволили из-за его поведения». «А как же следы протектора на месте преступления?» «Да мало ли кто мог их оставить. Да и следы нескольких пар ног также ни о чем не говорят. На этой площадке люди шашлычили всегда. То, что там куча следов, еще ничего не доказывает». «Ну да ладно», — примирительным тоном сказал Павел. «Тут дело в другом. Ты бы сам никогда сюда не пришел, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что эти подозреваемые — Каштанов и Рябинин. Скажем так, только Рябинин. Он фигурирует в одном деле, и как раз его и расследую. Странное обстоятельство, не правда ли?» «Объясните по-божески, тогда я буду делать выводы». «Убийство режиссера Лаврецкого. Там произошла целая серия убийств. Их в свое время никто не связал, но сейчас видно, что убивали членов съемочной группы. Они снимали фильм с этой девушкой в главной роли. Она появилась в одной деревушке примерно в то же время, когда убили Варичук. Назвалась Наташей и поселилась в пустующем доме на окраине. Так вот,
Через полгода членов этой съемочной группы принялись методично убивать. В двух эпизодах промелькнула машина, которая принадлежала нашим подозреваемым, а точнее Андрею Рябинину. «Кто вы сказали?» «Рябинин?» – пробормотал Алешин. Павел не ответил. Глаза прокурора забегали из стороны в сторону. Пытливый мозг, видимо, пытался найти достойные объяснения, рассказанные сыщиком истории. Но, похоже, ничего не находил. Пришла очередь Павла откинуться в кресле и наблюдать с насмешливым взглядом за собеседником. «Двойник?» — наконец выдавил из себя Алешин. «И я так подумал. Я допросил этого босых. Естественно, особых примет он не помнит. Родинки там и прочее. Но уверен, что на фото именно она». «Исключено. Девушка была мертва». «Может быть, мертва была другая девушка? Всякое могло произойти. Документы ведь нашли при теле. Может быть, кто-то похожий?» «Тут вам не шарашка какая-то», — вспыхнул прокурор. «Это была она. Тут и спорить нечего. Неужели вы думаете, что мы не смотрели на нее?» «Я ничего не думаю», — холодно со сталью в голосе ответил Павел. «У меня были вопросы, и я пришел к вам. Эта девушка», — он ткнул пальцем фотографию Наташи, — «была жива в 1989-м. Вот все, что я знаю». «Это было мое первое дело по убийству. Уж поверьте, я делал свою работу тщательно. Убитая девушка Оксана Варичук». Он сидел в машине с открытыми окнами. Лоб покрылся испариной. Солнце стояло в зените и пекло еще пуще прежнего. От усталости глаза его слипались. Ощущения стали вполне физическими. Он чувствовал давление в верхней части лба и тупую боль в висках, иногда переходящую в острую. Он твердо решил сегодняшнюю ночь провести в постели. Черт с ними, с деньгами. Лукьянов платит, значит, можно раскошелиться еще на одну ночь в гостинице. Коллекционер, как показалось Павлу, при последнем их разговоре говорил неохотно о Наташе. Даже снимки, найденные в заброшенном доме, не особо заинтересовали его. Странно. Узнав о них, Лукьянов попросту спросил, какого черта они забыли в той деревне. Павел набрал номер Веры. «Привет. Что-то случилось?» — сухо ответила Вера. «Злишься еще?» Павел улыбнулся в пустоту. «Нет». По голосу слышно, что злится. «Малыш, я приеду и все тебе по порядку объясню». Непривычное слово «малыш» заставило Павла нахмуриться. «Поможешь мне?» «Что у тебя?» «Найди мне адрес, по которому проживал раньше босых. Хочу его родственников пощупать». «А зачем? Что-то новое узнал?» «Говорят, что он не в себе. Он кое-что от нас скрыл. Он разговаривал с папашей Оксаны Варичук, прежде чем тот разбрызгал мозги по стенам». «А почему он ничего не сказал?» «Это мне и хотелось узнать. Найдешь, скинь сообщение. Мне пора. Скучаю. Не дождусь снова тебя увидеть». Павел откинулся на спинку сиденья. «Интересно, сколько это продлится?» В глубине души сыщик надеялся, что у Веры уйдет хотя бы часа полтора. Писк телефона, оповещение о входящем сообщении разбудил Павла. Одним глазом он посмотрел на дисплей телефона. От Веры. Адрес, по которому проживал когда-то босых. Мать никуда не уехала. Павел завел двигатель и тронулся с места. Ко всем остальным его жалобам прибавилась тупая боль в шее. Он проспал не в самой удобной позе около получаса. Навигатор привел сыщика в частный сектор. Павел заехал в тихую улочку без асфальта. За машиной погналась лохматая дворняга. От ее лая голова разболелась еще больше. Павел закрыл окно и включил кондиционер на полную мощность. Поток холодного воздуха немного освежил его. Женский голос сообщил о прибытии, и Павел заглушил двигатель. Он открыл приложение в телефоне, через которое мог отслеживать передвижение установленного на машине босых устройства и стал ждать результатов поиска. Кровь внезапно прилила к его лицу. Павел подумал, что что-то напутал, потому что расстояние до объекта составляло 400 метров. Через секунду Павел понял, что оно сокращается с каждой секундой. Сыщик посмотрел наружу и увидел машину майора, медленно едущую в его сторону. «Вот черт!» Павел отодвинул кресло назад и утонул под рулем. Он посмотрел на телефон. Босых проехал мимо. Павел услышал двигатель машины.
Стоило объекту удалиться на сотню метров, сыщик вылез из-под руля и обернулся. «Ты что тут делал?» «Глупый вопрос, конечно. Мать навещал. Что ему еще тут делать?» И все же совпадение не давало ему покоя. Слишком много их совпадений. Все становится похоже на какой-то фарс. Вдавив педаль стояночного тормоза до упора, он вышел на улицу. Дворняга, преследовавшая машину, вновь показалась. Она остановилась на безопасном расстоянии и залилась в кашляющем лае. Дом, в котором вырос Босых, стоял на самом краю улицы. Это был аккуратный деревянный сруб, обнесенный двухметровым забором из ржавой стальной сетки. Выцветшие голубые ставни были заперты, хозяева спасались от жары. Павел, не церемонясь, открыл дверь в палисадник и постучал в ставень. Из-за забора забрехала псина. Послышались скрип пружины и шорканье шагов. «Кто там? Забыл что-то?» — женский голос. «Добрый вечер», — отозвался Павел. «Меня зовут Павел Ковалев. Я работаю в частном сыскном агентстве». Он достал лицензию и вытянул руку над калиткой. «Речь идет о вашем сыне, Босых Дмитрий». Женщина подошла к двери. Калитка открылась, и в образовавшемся проеме появилась сухая старушка с испуганным взглядом. Павел показал ей удостоверение и дружелюбно улыбнулся. «Что-то произошло?» – спросила она. «Он что-то натворил?» «Нет, не беспокойтесь. Я только хотел кое-что спросить о его прошлом. Он только что тут был? Я не уверен, действительно ли видел его машину. Могу я войти?» «Конечно. Я уже вся изошлась на нервах. Заскочил, словно помешанный, схватил лопату. Ведь ничего не объяснил, Ирод». «Лопату?» Павел напрягся. «Зачем ему лопата?» «Так откуда ж я знаю? Видать, нужна, раз так срочно приехал за ней». «Вот так, Димка», — подумал Павел. «Что ты задумал? Зачем тебе лопата?» Павел прекрасно понимал, зачем Босых понадобилась лопата. Не придется даже приложение включать, чтобы найти его. Торопиться тоже не стоит. Не станет он копать при дневном свете. Не станет. Можно расслабиться. Из головы мгновенно вылетели все вопросы, которые он собирался задать матери Босых. Они вошли в дом. Закрытые ставни действительно спасали от жары. Внутри было прохладно. Они устроились в просторной кухне. Павел отказался от предложенного чая и попросил стакан воды. Он немного расслабился. «Вы, значит, говорите, Димка зашел и вышел? Ничего не сказал вам? К чему такая спешка?» «Был. Забежал, поздоровался, схватил лопату и поехал. Обещал утром заехать». «Так что случилось? Вы из милиции? Работаете вместе?» Старушка говорила громко, будто глухая. «Не совсем. Я частный детектив. Мы с вашим сыном пересеклись в одном деле. Хотелось бы кое-что о нем узнать. Могу я задать вам несколько вопросов?» Старушка отвечала охотно, комментируя каждый ответ собственными выводами. Из разговора Павел выяснил, что Босых прожил с матерью до 42 лет и переехал лет 10 назад, когда его перевели в соседний город. Женщин не водил, а все оплакивал свою первую любовь – Оксанку. Нарекания матери никогда всерьез не воспринимал. Старушка махнула рукой. «Так и помрет, не порадует бабку внучком». Павел пока не делал никаких выводов. Он был сильно отвлечен мыслью о том, чем сейчас занимается бестолковый сынок старушки. По большому счету, он не рассчитывал на какую-то конкретную информацию. Хотел составить какой-никакой психологический портрет. Уж больно не понравился сыщику этот майор. Не верил Павел в такую любовь. Год или два еще можно допустить, но чтобы человек оставался одержимым долгие десятилетия, вряд ли. Тем более, если судить по его рассказу, то отношения этих влюбленных оставляли желать много лучшего. Но если допустить, что Босых причастен к убийству Оксаны, то этим можно многое объяснить. Зачем он взял у матери лопату? Чтобы убедиться, что его суженая до сих пор находится там, куда ее положили 33 года назад. Павел улыбнулся такой удаче. Ему бы и самому хотелось заглянуть в гроб. Пусть копает. Он, Павел, подождет. На окраине сдох навигатор, потеряв сигнал. Не находил его телефон, поэтому пришлось спрашивать у прохожих. Городское кладбище делилось на две части. На одном из них, на так называемом старом захоронении, проводились до 1990 года,
А уже после городские власти выделили еще один участок на новое кладбище. Об этом Павел узнал у прохожего, пузатого мужика с одышкой, прогуливавшегося по окраине с внуками. Вечерело. Солнце окрасило горизонт в алые тона. Жара пошла на убыль. Павел проголодался. Со вчерашнего вечера он практически ничего не ел. Но голод в то же время спасал его и не давал заснуть на ходу. Он знал, что стоит сейчас набить живот, смертельная усталость подкосит. Павел заказал в подвернувшемся в пути кафе 2 стакана кофе со льдом. От запахов, наполнявших помещение, он едва не захлебнулся слюной. Не выдержав этого испытания, он заказал себе кое-что перекусить в дороге и проглотил чебуреки, не донеся до машины. Старое кладбище находилось на приличном расстоянии от города. Не без трудностей сыщик, наконец, отыскал едва заметный въезд на парковку и проехал мимо. В остатках дневного света он заметил машину босых и победно ухмыльнулся. Попался. Павел припарковал машину в километре от места назначения под деревом на пустующей площадке с потрескавшимся асфальтом. Достал из бардачка бинокль, пистолет, фонарь и баллончик со слезоточивым газом. Пистолет, чтобы припугнуть, а если придется применить силу, он использует газ. Интересно, пришла в голову дурацкая мысль. Убить человека на кладбище – плохая примета? Выйдя из машины без страха быть обнаруженным, он достал бинокль и посмотрел на машину босых. Все-таки не зря он перестраховался и проехал мимо. Босых спал на переднем сиденье или просто сидел с закрытыми глазами. Ждет темноты. И не страшно ведь? У самого Павла бежали мурашки по коже от предстоящего. Он не верил, конечно, в вампиров, не верил в оживших мертвецов и прочей ерунде, но суеверия, впитывавшиеся в него годами, внушали некий страх, погребенный на дне подсознания и сейчас так беспардонно потревоженный. Покойник должен покоиться. Темнело, и скоро Павел уже плохо различал фигуру майора в салоне автомобиля. Пришлось передислоцироваться. Он перешел дорогу и, пробираясь вдоль густых кустов, приблизился к парковке настолько близко, насколько позволяли обстоятельства. Заняв позицию, он ждал. Секунды тянулись, как жвачка, превращаясь в минуты, десятки минут, а босых все сидел в машине. Солнце медленно пряталось за горизонт. Сумерки растворяли предметы в серых красках. Павел вспотел, ноги затекли. На лицо то и дело садились комары и мошка. Он уже хотел все бросить и возвратиться в машину. Зачем ему это нужно? Он прекрасно знает, что задумал босых. За час майор могилу не раскопает, и у Павла в распоряжении практически целая ночь. Но что-то останавливало сыщика. Ему казалось, что отойди он на минуту, обязательно что-нибудь произойдет. Босых передумает и уедет. А может, он все-таки выкопает яму за час? А может, и самой могилы уже нет? Или босых не сможет ее найти? А Павлу было необходимо, чтобы майор выкопал гроб. Во-первых, чтобы наконец узнать, там летело или нет. Во-вторых, чтобы у него, у Павла, появилась возможность нажать на незадачливого громилу и заставить заговорить. Осквернение могилы — это как минимум увольнение с работы, а в худшем случае — срок. Прошла целая вечность, прежде чем Павел услышал звук открывающейся двери. Босых обошел машину, открыл багажник и вооружился штыковой лопатой с коротким черенком. Луч фонаря прорезал темноту. Круг света скользнул в метре от укрытия Павла. Глупо было бы сейчас попасться. Вообще ситуация довольно глупая. Оглядываясь по сторонам, босых вошел в железные ворота кладбища. Павел, подождав с минуту, двинулся за ним. Долго идти не пришлось. Могила Оксаны Варийчук находилась в 100 метрах от входа. Проскользнув в ворота, Павел устроился у мраморного надгробья и снова стал ждать. Нужно отдать должное босых. Работал он, не покладая рук. Уже через час майор был по пояс в могиле, а гора земли стремительно росла вверх, все больше закрывая обзор Павлу. Сыщик вдруг подумал, что ему ужасно хочется курить. С этой вредной привычкой он покончил несколько лет назад и до сих пор никаких затруднений не испытывал. Сейчас же вернулось даже то физическое ощущение, какое испытывают все курильщики, не курившие вот уже несколько часов кряду. Ему хотелось вновь ощутить то беззаботное чувство, которое испытываешь, затягиваясь по утрам сладковатым дымом сигареты с фильтром.
«Куплю себе утром», — подумал он. «Одну пачку и все, чтобы снова не привыкнуть». Прошел еще час. Павел боролся с усталостью всеми доступными ему методами. Бесшумно ходил из стороны в сторону, мотал головой, прикусывал нижнюю губу, слушал стрекотание сверчков. Ночь была лунная, но благодаря скучившимся облакам сыщик мог не беспокоиться о том, что Босых заметит его присутствие. Наконец, Павел услышал глухой стук лопаты, наткнувшийся на доску гроба. Теперь его выход. Он достал пистолет из-за пояса и на всякий случай проверил, на предохранителе ли он. «Хоть бы не довести человека до сердечного приступа», — подумал он и двинулся вперед. Луч фонаря осветил кучу выкопанной земли. Павел вытянул руку с оружием вперед и громко крикнул. «Лучше тебе не дергаться, товарищ майор! У меня оружие, и я буду стрелять, если ты побежишь или кинешься на меня!» Все звуки замерли в это мгновение. Павлу показалось, что даже неугомонные сверчки затихли. «Интересно, Босых уже наделал в штаны или держится?» «Ты не пугайся», — сказал Павел, посветив могилу фонарем. Босых стоял бледный, сам не свой от страха. «Живой я!» Майор громко сглотнул ком и поднял руки вверх. «Ну чего ты встал, как истукан? Открывай гроб!» «Что?» — хриплым голосом спросил Босых. «Гроб, говорю, открывай. Ты ведь для этого пришел сюда?» Босых простоял какое-то время, видимо, не решаясь вообще что-то сделать. Но потом схватил лопату и принялся остервенело стучать по крышке гроба острием. Через минуту трухлявая доска поддалась. «Надеюсь, ты в перчатках?» — осведомился сыщик. «Схватишь еще гепатит или что-нибудь в этом роде?» «Да», — пробормотал еле слышно майор и поднял руки к небу, показывая перчатки. Босых засунул руки в образовавшуюся дыру и вырвал кусок. Павел посветил. Гроб был пуст. «Я знал», — прошептал Босых. «Он ведь говорил мне». «Кто говорил?» — спросил Павел. «Ее отец». «Кидай лопату и выбирайся оттуда. Нам нужно многое обсудить, только без глупостей. Не забывай, что у меня пистолет».